Всем-всем добрый день. Начинаю эту пятницу с кухни. Я хочу приготовить грибы. Свекровь сделала мясо, и я хочу подать грибы к нему. Жарю красный лук. Чуть-чуть пассирую. Пассировочка такая вот на таком масле от Deluxe. Это Lidl. Они сделали к Новому году, помню, вот такие вот красивые бутылочки. Здесь у меня с травкой, с ореганом. Ну, для пиццы хорошо. Я еще добавляю также немножко в лук. Получается очень вкусно, девчонки. И грибы-то у меня вот такие опята. Ну, по уральскому рецепту маринованные. Я хочу их добавить. Не знаю, что получится. Сейчас промою и добавлю. Мои, наверное, никогда даже их не ели. Пусть попробуют. Свекровь, правда, не ест грибы, у нее аллергия. А вот муж очень любит. Они такие миленькие, такие маленькие, такие хорошенькие. Правда, солененькие. Ну, маринованные, да. Свежие были бы, конечно, замороженные еще лучше, но не продают. Буду делать это сейчас чуть-чуть. Добавлю специй, травок и потом сметанки. Жарим-парим. Мы пообедали, сейчас собираемся, отвезу Сашу в школу и по делам. Сначала в комиссионку выполнить заказ, и потом поедем со свекровью, нужно ей купить кое-что для дома. Еще раз повторяю, что я всегда использую машинку в экономических целях, то есть то, что касается губок, чтобы хорошенько промыть, и также вот такие тряпочки. Вот. И сразу все стирается очень хорошо. Поэтому, если хотите про экономию, как я экономлю, что делаю в моем быту, лично мой опыт, то пишите, с удовольствием поделюсь. Так же, как я делюсь с вами моими женскими секретами, делюсь продуктами, которые я использую. Для посудомоечной машины я использую продукты, которые мне были присланы на обзор маркой великолепной французской, которая называется La Marque Amouem, то есть это натуральный продукт, капсулы. Очень они мне нравятся. Здесь пластик, но его не нужно убирать. И также я заливаю... взяла Ленор. Не Ленор. А средство для того, чтобы посуда блестела. Сейчас покажу. Вот такое средство Sun. Совершенно ничего особенного. И прочищаю машинку иногда специальными средствами. Я включаю на эконом. У меня посуда не грязная. И что? А, старт забыл. Машинка немножко шумит, но я все-таки хотела вам с вами поделиться вот такой красотой. Просто невероятная красота, посмотрите. Это вот такой салатник, который я приобрела вчера. Он просто великолепный. Не могла устоять. Такой вот глубокий на ножках. Здесь еще есть опознавательный знак, как я люблю говорить. Кто узнал марку, пишите. Такая капуста.
Мне кажется, это делают в Португалии, если я не ошибаюсь. У них такие зеленые наборы, нет? Смотрите, какая милота. Очень такой тонкий, работа тонкая, красивый. И я не могла устоять, девочки, не могла устоять. И, конечно же, приобрела. Вот. И сейчас я хочу еще заехать в магазин, знаете, в какой магазин? Все для того, чтобы для ремонта. Вот бывает так, что ты нечаянно обколол, сделал скол на фарфоре. И мне бы хотелось найти такое средство, чтобы можно было починить все. Кто знает, пишите. Я на Амазоне такое нашла. Трещинки какие-то, сколы вот для себя, для дома, чтобы просто-напросто это все починить. Знаю, что фарфор, вот классный фарфор, красивый, можно... Так, выключим. Говорят, что нужно зарядники все убирать из розеток, что они тоже берут электричество. Это экономия. Что можно, вот, например, если скол, раскололась чашка, вы берете, склеиваете, заклеиваете, например, скотчем и на 2 дня в молоко, в теплое, а не горячее. Как-нибудь попробуем, проведем такой эксперимент, 2 дня лежит, и вот этот казеин, он служит как клеем, он склеивает полностью чашку. Я никогда не пробовала, но хочу попробовать. Я видела в интернете, что одна девушка так починила чашку. Было ему интересно. Работает или нет на каких-то маленьких вот таких сколах. Ну, вообще просто интересно, да? Попробуем. Сегодня пятница, а значит, что это? Значит, сегодня вечером будет аперитив. И я ставлю в холодильник, чтобы охладить наше любимое вино Grain d'automne от Jurançon. Великолепное вино. Так что сегодня вечером по стаканчику за праздники, за здоровье и просто за прекрасную, гармоничную жизнь. За вас, мои любимые девочки. Хочу вам показать мой наряд. Вчера нашла вот такие брючки классные от Zara. Но они прям качественные. И сзади у них такая резинка интересная. Я покажу вам горошек. Классические, очень качественные. Вот. И на мне сейчас свитерок. Свитерок, сейчас такие водолазочки, тельняшечки, не водолазочки, тельняшечки в моде, с замочком. Это свитер от Ralph Lauren, тоненький. Но я сейчас хочу переодеться, потому что у нас на улице ветер, холодно, и думаю, что мне будет холодно. Вот так, такой вот наряд. Хочу показать вам резинку, чтобы не показывать телеса. Вот она, резиночка. А сверху у свитерка здесь такая позолота, ой, серебро. И можно плечико приоткрыть. Очень классный такой свитерок на теплое время года. Он смотреться будет великолепно. Ну, а я сейчас что-то потеплее, прям тепленькое. Massimo Dutti вот этот свитер. Мне очень нравится, он теплый. Хорошо подходит к моей сумке от Cézanne. Вот эта сумочка от Cézanne. Она классная, у ней форма хорошая, но, к сожалению, видите, на коже любое, ну вот ногтем проведешь, чем-то заденешь, и сразу следы на коже. Вот, смотрите, такая кожа. Ну, а к свитерку к моему она подходит отлично, видите? Ну, нормально. И знаете, хотела спросить вас, девочки, что я хочу сделать прям отдельное видео. Те вещи, которые фирменные, которые я выставляю на продажу. То есть меня просят прям показывать такие отдельные видео. И я буду разбирать гардероб и хотела вам показать. Пока бутик не создала, есть несколько страничек, ну, с вещами. Надеюсь, что успею, все просто не успеваю. И скажите, будет ли актуально, не будет, и интересно вам будет посмотреть. Неинтересно, в общем, эти видео не будут частыми, но иногда... Вот так на канале. Как говорится, после вкусного обеда и всех домашних дел мы с Вадней едем в комиссионный магазин, секонд-хенд, как хотите, на барахолку. Мне нужно выполнить несколько заказов и, конечно же, посмотреть массу красоты. Обзор
этого похода уже вышел на канале «Винтаж из Парижа», так что заглядывайте, там много красивых вещей. И чтобы поддержать мой второй канал, если кому-то интересно, у меня также есть бутик «Винтаж из Парижа», ссылка всегда в инфобоксе. После этого я заехала в магазин декора. Свекрови нужно было посмотреть несколько вещей для сада и для дома, ну и просто посмотрела новинки, что же у нас интересного, новенького, так как я веду сейчас реорганизацию всех своих шкафов, мне нужно кое-какие вещи, чтобы все было гармонично, эстетично и практично. Поэтому смотрю, хожу и вам показываю. За это поддержите меня, пожалуйста, лайком и комментарием. Это поможет нашему с вами бутику развиваться, и обязательно проверьте вашу подписку. Вот такие натуральные тона, которые мне по вкусу. Натуральные ткани, текстиль, много дерева, много лозы. Конечно, не каждому это зайдет, если можно так выразиться. Но сегодня именно вот такой тренд, и он уже держится, я даже не скажу, что это сегодня несколько лет. И, конечно, его лучше миксовать с чем-то более модерновым, более винтажным. Сейчас такая тенденция, что вы можете в декоре интерьера иметь несколько стилей, и это будет только плюсом. Напишите, в каком стиле оформлен именно ваш интерьер. Мне будет очень интересно почитать. Много симпатичных вещей. Никакого дефицита нет, по ценам, в принципе, все достаточно приемлемо, и магазины полные. Да, на какие-то товары цены повышаются, но в основном это на такие, на бытовые предметы, которыми мы пользуемся каждый день, как туалетная бумага, например. Вот, на это, конечно, цены растут, и задаешься вопросом, а не специально ли все это сделано. Вот. Ну, сегодня не будем ни о политике, ни о ситуации во Франции. Я не тот блогер, который ахает и охает и кричит, что же делается во Франции. Я продолжаю жить, наслаждаться жизнью, показывать вам декор, интерьер, новинки, что можно жить гармонично, можно создавать свой интерьер, хотите минимализм, хотите не минимализм. Я вообще за то, чтобы каждый человек жил и наслаждался каждым днем, как он хочет. После этого я возвращаюсь домой. Сегодня пятница, и мы будем делать аперитив. Как же без этого, мои хорошие? Девочки, у нас вечер. Я дома готовлю аперитив. Вот такая тарелочка. Здесь морковь, цикорий, помидоры, нарезка, холодец. И также хумус из козьего сыра. Купила в городе Тур. В общем, сейчас разморожу. У меня были вот такие лепешки. И бутылочка нашего вкусного белого вина. Всем приятного аппетита. Хороших выходных. Увидимся завтра. Буду продолжать этот влог. Друзья, привет. У нас уже утро. Я готовлю завтрак. Вот такой завтрак. Здесь тост из риса с авокадо и с сыром. Яйцо отварное, помидоры, цикорий. Сейчас мне нужно собрать Сашу на гольф. И у нас проходит большая выставка посуды винтажной. Поэтому я быстро-быстро собираюсь сегодня, субботним утром. И пока забросила посуду в посудомоечную машинку, хочу вам показать вот такую штучку. Как-то при разборе моих покупок я уже вам ее показывала. Это для того, чтобы чистить поверхности ваших гаджетов, телефонов, планшетов, компьютера и так далее. Не знаю, как вы, а я не люблю всякие разные чехлы, вот такие штуки, которые мы наклеиваем, чтобы защитить. Ну и так как я много пользуюсь и телефоном, и планшетом, что-то смотрю, при этом готовлю, Саша также смотрит, они не всегда чистые, видите? Поэтому вот такая штучка, она просто великолепная. И первый раз она так классно очищает. Это никакая не реклама, это просто я купила, по-моему, в магазине Жифи во Франции. И очень довольна. Я на выставке продажи,
продажи-винтажной посуды, антикварной. Здесь только красоты, девочки, вы просто не представляете. Конечно, цены не такие, как в обычных комиссионках, секонд-хендах, но вещи просто великолепные. Здесь очень много антикваров и так далее, где закупается. Я простояла в очереди несколько минут, и, конечно, все очень быстро разбирается, полки уже наполовину пустые, здесь вещи достигают и 500, и 600 евро, и больше. Я больше сниму вам обзор на канале «Винтаж из Парижа», все подробно покажу, что же было красивого. Если вам интересно, то обязательно заглядывайте. А пока посмотрим, что же я нашла для себя. Девочки, всем большой привет! Я уже дома, сижу, работаю, монтирую видео. На канале «Винтаж из Парижа» вышло новое видео. Сейчас буду монтировать этот влог. Приехала из магазина, голова кругом, столько красоты, столько прекрасных вещей. Обязательно вам все подробно покажу. Также заехала в комиссионку, нашла себе несколько классных вещей. То мне сообщения приходят. Мы через недельку в отпуск, и нам нужны спортивные вещи. Пока не буду говорить, куда что. Останьтесь со мной, увидите. Вот такой свитшот от Puma. Также леггинсы. Я уже так примерила, дома сижу. Все классно подошло. В общем, и сейчас я вам покажу кое-что, что нашла. Ну, кто меня там требует? Приходят сообщения от вас. Ну что, посмотрим находки из секонд-хенда. Вот такая коробочка. Это галерея Lafayette Аксессуар. И здесь еще стоит цена 42 евро. Посмотрим, что здесь. Здесь новый портефель. Вот, портмоне для мужчин. Это кожа. Lancaster. Муж мне сказал, что заберет его себе, потому что его прохудился. Вот такой классический, классный. Так что подарок моему мужу. Классная вещь. И она досталась мне практически бесплатно. Вот. Я не шучу. По-моему, классная находка. Покажу немножко вещи. Я еще находила вчера, но не показывала вам. В общем, брюки там были и так далее. Сейчас джинсы. Брюки заменяют джинсы. Я смотрела видео Анны Якименко. Кто на нее не подписан, подписывайтесь. Я ее очень люблю, и стилистов смотрю только ее. И я нашла, знаете, вот она как раз говорила про брюки, насчет брюк и так далее. Я нашла, я не знаю, что я буду себе оставлять, я все это померю, конечно, и посмотрим. Вот, вот такой бренд. И меня сразу заинтересовала этикетка. Я вижу, что этикетка очень классная. Значит, это не может быть масс-маркет. Хотя. Очень классная обработка. Ткань не натуральная, возможно. Ну, скорее всего, не натуральная. Это сразу видно. Но мне интересно было. И там не ловил интернет. То есть не было связи. Я не могла посмотреть, откуда это. Мне понравился цвет, так как есть у меня такие сумки и так далее. Такой праздничный вариант. Футболки, и это Италия, если я не ошибаюсь, размер S, но он такой достаточно широкий, да, вот она марка, New Saral, в общем, я сейчас погуглю, посмотрю и скажу вам, что это за марка, вот такая футболочка, я думаю, что мне она будет неплохо, но если не понравится, продам, вот, вот эту марку, Stefanel. Я думаю, что многие знают, это классная марка, не бюджетная довольно-таки. Я потом, если найду вам, сразу вставлю сайт, вот, покажу. И у них шикарные вещи, у меня есть несколько вещей. Это вот такая, как бы, такой свитерок, но с короткими рукавчиками. Я знаю, что многие не любят, а я обожаю. Я обожаю, когда это стильно очень смотрится здесь. Шерсть и кашемир, серый воротничок, она сама, сам этот свитерок бежевый, так, шерсть и, по-моему, кашемир, да, я смотрела там, и какой-то размер, по-моему, эмочка, ну, небольшая по сравнению вот с этой, они практически одинаковые, это эска, это эмка, видите, размеры зависят все-таки от, как вам сказать, от бренда.
Вот, в общем, понравился мне. Он тоже в идеальном состоянии. И я взяла брюки от Зары. Я прям сейчас по брюкам очень... То ли, я не знаю. Да, такие брюки. Классические, серые. Очень красивые. Мне такие идут, если подойдет размер. А размер какой-то был здесь у Зары. У них есть тоже классные вещи, качественные. Неплохие. Европейский 36, не знаю, подойдет, не подойдет. Иногда подходит, но в основном у меня 38. Ну вот, я так прикинула, посмотрела. Нужно будет померить. Вот, еще у меня была обувь и сумка. Сумка от Massimo Dutti. Я покажу вам сейчас ее. Мне нужно ее будет почистить просто-напросто, кожаную сумку. Обыграть как-нибудь, и я вам покажу. Вот мой наряд, вот такой свит, достаточно овер, не сильно длинный, он с капюшоном, я носила с классическим пальто с кроссовками и леггинсы. Здесь я пододеваю, конечно, топ или майку, чтобы ничего не было видно, и длинное пальто. Мне нужны такие спортивные вещи, заниматься спортом или просто в машине несколько часов падаю ехать. И сейчас покажу, что вот здесь такая прям резинка плотная, и написано Puma. Вещи, конечно, не дешевые. Вот это все обошлось где-то 80 евро. Ну, у Пумы вот такие цены. Качество, надеюсь, будет тоже такое же, как цена. Хочу померить брюки. Померила брюки. Ну, для брюк нужно пару-тройку килограмм сбросить. Потом они сядут хорошо. Чуть-чуть они вот здесь в бедрах, конечно, застегнули все, ну, видите, здесь вот посвободнее нужно, чтобы все это было. Чем мы будем заниматься весной, девчонки? Приводить себя в форму? Ну, это 36-й. 36-й, конечно, раньше я вообще и не мечтала, чтобы застегнулся. У меня был 40-й, сверху 42-й, здесь был хороший 40-й. Сейчас нужен 38-й. 36-й еще, конечно, маловат. Говорю, как есть. Ничего не скрываю. У меня в гардеробе очень много брюк. Я вам сделаю как-нибудь обзор. Видите, 36-й. Хорошее прям такое качество у них. Да, насчет того, что мне бы нужно еще сбросить 5-6 килограмм. И этим и займемся после того, как приедем из отпуска. В отпуске нереально, нереально. Тем более, когда куда-то уезжаешь, там у нас будет кухня и все такое. Но все-таки... В отпуске тяжело. Поэтому займемся, как только приедем. Спорт, питание, активное движение. Но этого у меня и так хватает. Присоединяйтесь. Девочки, сумка вот такая от Massimo Dutti. Это кожа. Цвет не передает. Вот так передает камера. Чуть-чуть ее почистить. Вот такая объемная. Мне она как раз нужна для всех моих дел, когда я куда-то уезжаю. Вот Massimo Dutti. Вот такая сумочка. У меня есть маленькие, всякие разные, модные, но мне нужна вот именно такая, с широким была ремнем. И сегодня она мне досталась. За 8 евро, по-моему. За 8 евро, да. Такая вот сумка кожаная от Massimo Dutti. Давайте сейчас посмотрим сайт. Я постараюсь найти. Если не найду, пишите. Ну вот, я сейчас на сайте Stefanel, если правильно произношу. Это, конечно, известный сайт. Здесь очень классное качество. Цены, ну, где-то 200-300 евро, 100 евро. В общем, такие. Это где-то middle market. То есть не масс-маркет, это не Zara, не H&M. Это где-то, ну, стиль Massimo Dutti, чуть-чуть, может быть, повыше. Если не знали про эту марку, то заглядывайте, у них классные вещи, качественные, базы много и очень хорошие материалы. Так что я люблю, она, по-моему, на самом деле итальянская, если я не ошибаюсь. А вот вторая марка New, я не нашла официального сайта, но вот продают на разных других сайтах, и цены где-то тоже 200-250, вот так, это уже итальянская. Если вы живете в Италии и можете рассказать про эту марку, то добро пожаловать, мне она встречается вот впервые. Так что померяю футболку с длинным рукавом и скажу вам, как она мне.
В общем, вот такие покупочки у меня были. И я очень этому рада. Буду пробовать, буду миксовать и показывать вам. Ну вот, я буду прощаться. Мне нужно все разобрать. Я хочу убрать новогоднюю посуду. Купила коробки, в гараж уберу. Также отмыть различные новинки. Посмотрите, какие красивые здесь у меня разные вазы. И много-много дел. Сегодня вечером к нам придет знакомый друг крестный Саши. Поэтому организуем небольшой аперитив. Вот как здесь походить с аперитивами, скажете вы. Я с вами полностью согласна. Но все самое главное – это в голове и сколько. Мера, мера, мера – это самое большое такое слово, наверное, в нашем быту. Все, я вас целую, обнимаю. Увидимся очень скоро. И ваша Светлана Франция. Пока-пока, спасибо за активность. Жду вас в комментариях.